Непривычные морозы в центральных и южных регионах Перу губят домашний скот. За последние недели здесь погибло не менее 500 альпака. Мы беспокоимся, потому что живем за счет альпака. У нас нет другого дохода. И больше половины наших альпака умерли. Не знаю, как мы теперь выживем. Альпака умирают от голода, поскольку их пастбища покрылись снегом. Больше 40 альпака умерли в каждой семье, даже больше. Сильно страдает регион Уанкавелика, расположенный на высоте более 3500 метров над уровнем моря. Местные жители просят региональные и национальные власти ввести режим ЧП, чтобы им можно было выделить помощь. Мы просим национальное правительство объявить чрезвычайное положение. Мы надеемся, что оно немедленно объявит кризис в секторе, не только в Уанкавелике, но также в регионах Аякуча, Апуримак, Пуна, Куска, во всех районах, где выращивают верблюдовых. Холода также губят урожай. Не вызрела картошка, холод уничтожил почти весь урожай. Про нас здесь, в провинции Ламар, просто забыли. По данным перуанских скотоводов, в этом году в результате аномальных погодных явлений пострадало около 25 тысяч голов домашнего скота. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.